Ночной жор, короче. Время час ночи. Пошел, мы с Настей кино смотрим. Вон. Да, ладно. Я, короче, ребят, это банку распечатал. Думаю, хочу горошка. Это вот так вот ночью жрать. Херачил там. Ты, наверное, ешь один и в темноте, да? Можно было сегодня, да, снизу, еще распаковал. Она в шкафу стояла, да, вниз головой? Да, я, главное, распаковал, думаю, а почему как бы внутри желтая, как бы, крышка там с той стороны? Думаю, что за бред-то, как бы, здесь она белая, как бы, там желтая. Видишь? Там, вот, да. У меня такой хайер на голове. Ребята, как вы думаете, куда мы едем? Так быстро спешим. Ты думаешь, понятно, что мы спешим? Марина Николаевна записалась на 11 часов заменить аккумулятор в своем файфоне в официальном сервисном центре. А время, ребят, 1 минута. Так, ты на час записалась, да? Да, я на час записалась. А, время, получается, 5 минут уже второго. И нам еще ехать минут 15. Мы позвонили, предупредили, что опоздаем. После того, как Саша сказал. Да. Ну, у нас Саша дольше всех и в кровати лежал. Он 3 часа делал зарядку. А я с утра успела рецепт записать. Наглость, ребят. Наглость. А мы у этой, получается, разборная же конструкция. Пока мы это решили подождать, мы зашли в кафешку. А ты оплатил стоянку? Да, сейчас оплачу. Там час бесплатно. Ага, там 15 минут или 10 бесплатно. Да? Серьезно? Сейчас оплатим. Забежали в рыгаловку, называется омлет, да? Угу. Ну, как тебе в целом? Я ем окрошку вкусная. Вкусная, нормально. Что-то заказал себе еще мясо там, да, какое-то? Картошка с свининой и грибами. Ничего. Окрошка нормально? Окрошка вкусная. Мальчика говорит, вкусная картошка. Дома, говорит, хочет приготовить. Да, что-то давно не ели. Ну, пахнет, слушай, солдатская картошка, как мы в армии кушали. Такое же. Ну, я сомневаюсь, что вам в армию картошку с тушенкой, с грибами, с мясом давали. А с грибами? Вроде с грибами. Тушняк вроде, нет? Свинина. Ну, по деньгам нормально вышло? Да, 220 рублей у нас вышло. Что собирать? Так, ну все, Маринке поменяли, получается. Аккумулятор. Аккумулятор, сейчас она будет довольна. Вот сейчас контакт-центр. Мне надольше его хватит. Это получается официальный сервисный центр. Контакт Apple в Перми на Большевицкого раньше. Сейчас она называется Екатерининская. 96, да? Ну, это вот получается, кто понимает в Перми, кому будет интересно. Вот Компрос получается недалеко. Все, шикарно, теперь Маринка довольна. Ну, поменяли относительно быстро. Получается, сколько мы ждали аккумулятор? Мы пришли, нам сделали проверку. А, там проверка 10 минут. Недели не прошло, привезли аккумулятор и за час его поменяли. Меньше даже прошло, ну, да. 40 минут. Да. О, какая у меня прическа. Ну, что в целом? У нас ветер такой очень сильный. В целом-то что ты скажешь? Довольна, недовольна сервисом? Да, ну, главное, что я сейчас... Ну, девушка вот Алена, кстати, там сидит. Она такая приятная, все рассказывает, все показывает. А вторая вот Юля, которая вот сейчас это выдавала, она такая грубая, вот вообще мне показалось. Грубьянка такая. Да, главное, работу свою сделала, принесла. Губы так делают? Выдала. Сидит, дуется. Ругается на всех там. А вот Алена такая приятная. Алена, спасибо. Она, кстати, нам оформляла, просто нам выдавала уже Юля. Ну все, полетели мы за телефоном для Татьяны Владимировны. Там, вернее, не Татьяна Владимировна, а у нее какая-то знакомая девочка. Без денег, ну, видимо, с деньгами проблемы. Вот, купила какой-то iPhone неисправный. Вот. И мы с Маринкой взялись его починить, как бы девочке помочь. Вот, ну, так как у девочки уже починили. Деньгами проблемы, то есть мы как бы решили помочь. Вот. Сделали, восстановили его. Там что-то сгорели, какие-то порты у него еще выгорели. Но сейчас позвонили, сказали, что он готов. Долго делали, единственное, что не в официальном сервисном центре делали, а в Samsung центре. Вот, так что поехали мы туда. Сейчас телефон заберем, покажем, расскажем. И тогда потом куда? Татьяна Владимировна, дадим телефон, надо, да? На заправку еще заехать. А, и на заправку, да. Дорогого бензина заправить. Ну все, ребят, забрали. Это 5S, да? Да, 5, пятерка простая. Такой, ребят, замученный, как бы, поханьканный. В нем, получается, поменяли контроллер памяти. Сейчас не знаю, даже девушка вспомнит ли, как бы, свои данные, потому что там
снесли, получается, учетки, сейчас ничего нету, там вообще никаких данных нету, то есть он как новый. А, он включается? Да, там контроллер памяти сгорел, как бы полностью его заменили. То есть, как бы помимо того, что контроллер заменили, там еще заменили какую-то зарядку, за которую за зарядку отвечает какая-то фича, ну там тоже какой-то чип или что ли. Короче, сделали, починили. Поэтому, ребят, не берите телефоны с рук, а если берете, перепроверяйте, старайтесь в официальных сервисных центрах тащите, либо к знакомым сервисникам, чтобы смотрели сразу, что за телефоны. Ну, вот такой вот небольшой подарок от нас Марины, этой девочке, чтобы училась хорошо, и телефон всегда был под рукой. Ну, получается, отдали мы телефончик. Отдали телефончик, Татьяна Владимировна довольна, отдаст девочке этот телефон. Вот, мы сказали, что это подарок, она сначала все пыталась нам деньги, получается, это отдать, мы отказались. Так, значит, сейчас заехали, мне сделали тейпы на ноги, у меня начали болеть икры, ну, с позвоночником проблемы, кто знает, смотрит нас давно, у меня был, было три слона позвонка, компрессионный перелом. Вот, и, соответственно, как бы, ну, от этого никто не убережет, не уйдет, это, скажем так, грыжа не у всех есть, абсолютно у всех людей, независимо, занимаетесь вы спортом, не занимаетесь спортом, просто когда ты спортом занимаешься, ну, там всякие зарядки и тому подобное, ты их поддерживаешь, мышцы, и, соответственно, позвонки и вот эти вот грыжи, они не так дают о себе знать, но все равно перелом дают о себе знать. Вот у меня сейчас небольшая бывает по весне, по началу лета проблема, Маринка знает эту проблему, у меня начинают болеть икры. Ну, может быть, это у него он еще пятку ломал в прошлом году. То есть это, ну что у меня подворот пяток вот так вот пяточки стоят, то есть может быть это отсюда. Ну неважно, вот сейчас тейпы одели, я, ребят, честно, на ногах чуть не упал, встал, когда я не чувствую, у меня потому что икры расслабили, напряжение, потому что было все на икрах. Из-за этого их тянуло. Он сейчас расслабили, я встал, короче, и чуть упал, выхожу к Маринке, я говорю, ну, не чувствую, как до машины дойти-то. Я говорю, ты летаешь где-то, а? Сейчас поэтому приедем домой, прогуляемся, я вам скажу свои ощущения, и домой уже зайдем, я вам покажу свои красивые ножки. 18 плюс надо там, интересно? Продемонстрирую. Так что вот, что Маринка делала, сидела, рассказывала. Ничего не делала, просто сидела, тебя ждала. Кино смотрела, сериал какой-то, нет? Довольна с телефоном? Хватает аккумулятора целиться? Ну, еще не знаю, мы забрали 34%, но пока не разрядился. Теперь у него телефон, ребята, как новый. Кстати, ребят, мы продаем Настин телефон. Этот плюс, который iPhone 6s Plus. Саша ее все-таки на Samsung тоже переубедил. Что я переубедил? Настю с iPhone, да, так на это Samsung. Она сама больше перешла-то, потому что там перо, и ей нравится рисовать. Она будет рисовать, поэтому я обещал. Единственное, ребят, конечно, я прокололся в одном плане, и когда я обещал, надо было 300 раз подумать, потому что на прошлый, получается, класс закончила также без троек. Саша из-за хорошего учебы пообещал новый телефон, вот в ближайшее Note время 8. Да, у Насти он появится. Поедем покупать, но расскажем. Маринка, что такая немножко грустоватенька, какая-то устала, что ли, ничего? Ну нет, закрыли окна, жарко стало. Давай, откроем. Ну да, все, подванчик в будущих. Мать ее мачеха. У нас сегодня 25, а завтра опять 10. Смотрите, у нас, видите, какие деревья пострижены. Каждый год их здесь так нарамсают. Ветер, ребят, вы не представляете. Возле домов наших ходили, там сдувает просто. Здесь еще чуть-чуть так получше. Как обычно. Да. Взяла тряпочку. Что купил, что пожрать? Тряпочку я нарезаю для тряпочек на стол, который стирает, хорошо впитывает влагу. Виноградик купили поесть. Киш-миш. Что еще купили поесть? Купили помидорки для салатика. Кини. Томаты нельзя называть? Это Таджикистан. Да. Саша захотел салат из редиски. Ну, недорого, вот посмотрите, сколько там цена получается, недорогие. Ну, килограмм она стоит 80 рублей. Да, не так дорого, я думаю, что кто редис любит, так оно как кайфово. Кто любит, Саша? Я люблю. Огурчики вообще были по 39 рублей, но да, единственное, в семье. Что они как бы это, видимо, мне недолго кажется, хранятся, это... да? Да. Значит, у нас варят спагетти, мы купили спагетти. Вон там стоит.
Не, Марина, свой хлеб. Хлеб я взяла. А почему бездрожжевой? И что в нем такого особенного? Хлеб не считается бездрожжевым. А, Марине, вот сыр, говорю, давай возьмем, попробуем этот производство. Сербия. Сербия. Будем думать, что там все-таки нормальный есть сыр. Да, по составу-то как у нас получается. Да. Будем надеяться, что пальмы не добавляют. И что еще купили? Аскорбинку. Сладкие. Сладкие. Все? Ну все, отмотались. Все, да. Можно идти заниматься делами. Да. Немного вкусняшки. Это моя любимая вкусняшка, это моя любимая вкусняшка, моя любимая вкусняшка, моя любимая вкусняшка и сосиски. Это так себе, моя любимая вкусняшка, это так себе, это тоже так себе. Это моя. То есть вот моя любимая вкусняшка, это вот это уже Маринкина снасть. Ну что, ребят, как я обещал показать, как это все выглядит. Это тейпы. Это называется тейпы. Это вот спортсмены даже ставят, когда у них достижения и тому подобное. Вот так вот дело это выглядит. На присядь они нет, они оттопыриваются. У них можно мышцы спокойно ходить. Они на неделю вешаются. Разгружают полностью, получается, мне икры. Сейчас вот. А ты уже до этого ходил с тейпами? Я ходил, только на пятку ломал. Но мне вот с этими тейпами, получается, пятку восстановили за 2 месяца. То есть перелом пятки. Многие ходят по 6 месяцев. Мне за счет того, что, во-первых, сделали, получается, не этот, не гипс, а... Покрутись. Как он? Не гипс, а как он там был? У меня, видишь, пластиковый этот. А что, почему они разноцветные? Одни черные, другие зеленые. Да, они, наверное, от натяжки какой-то зависят. А, ну разные этой, да? Да, разные эти. Ну вот так, врач сказал, говорит, сейчас, говорит, этот травматолог, сейчас, говорит, пока походи неделю разгрузи. Здесь вот так вот дело выглядит. Ты как футболист в этих длинных гольфах. Ну, если честно, когда я ходил, ребят, я сначала ноги не чувствовал. То есть вот эти места, просто мышцы были очень долго напряжены. И когда мне одели тейпы, они, получается, разгружают вот эти мышцы. Я встал, я боялся упасть. То есть у меня как бы ноги подгибались. Вот, как бы держали только вот эти мышцы, получается. А эти, они просто как бы как ватные были. Ну, как-то так. Стройняшечка. Привет. Огромное спасибо. Так все это выглядит. Похоже, да, Настя, на гольфы? Ну, есть такое. Лично, когда у меня было растяжение лодыжки, мне... Настя так же. Настя, получается, упала в этом в Екатеринбурге, мы ездили. В последний ей день. Ей даже хотели... В зоопарке, да. Гипс накладывать и тому подобное. У нее растяжка была. Этого, растяжение, сухожилие. Сухожилие очень сильное. Но одели только тейп, и тут же она пошла и начала бегать. То есть... Такие волшебные тейпы.